Ну что, друзья, всем привет, с вами Коляныч, и добро пожаловать на канал Коляныч Плей. И перед началом этой серии по Trans-Siberian Railway Simulator хочу пожелать всем приятного просмотра и приятнейшего аппетита. Вот, ну я, собственно, начинаю, точнее, продолжаю свои сибирские приключения в роли машиниста советского электровоза ВЛ-10. Так, у нас сейчас стоит обиду торгов с алкоголем, уничтожение бутылок, прицепление вагонов на станции Машкова. Окей, тут нужно сейчас вспоминать мне что как, потому что я сколько? Ну вот получается 2 недели, я как говорил, отсутствовал, 2 недели не играл. Получается вот так. Вот так мы должны ехать вроде. Так, с тормозами это все вижу в порядке. Так, можно, по-моему, ставить на побольше, да? На... Там когда загорится-то. Не загорится. Но много ставить не надо, потому что, я так понимаю, нам ехать недалеко, в общем-то, потому что вон стоят вагоны, и мне их нужно прицепить. Вот. Вот свалка, кстати, на свалку же мне, по-моему... Да что ж такое-то? Забыл опять. На свалку мне нужно сдать же вот эти, где нулевые у меня. Подожди, или я? А, я ж тогда все продал, подожди, я забыл уже. Все, у меня стопроцентники. А, вот, главная рукоятка. Ну, главную рукоятку сейчас дадим нормально. Все окей. Все путем. А... Ну, просто я не знаю, какой-то работник как будто бы не очень трезвый. Ну, да ладно, не мои проблемы. Кстати, насчет трезвости, подожди, нужно попить молочка. Бахнуть. Ну, а чё нет? Потому что пить он очень сильно хочет. Так, и... Поесть. Нет, это не надо. Блин, сейчас бы из электровоза стрелять. Похмелье. Подожди. Значит, мясо. Подожди, это не то мясо. Нам нужно вот лучше вот это вот. Вот. И опохмелиться пиво. Вот оно, вместо ножиком. Так, давай покушаем. Так, морковка. Сколько морковок надо? 3 морковки. Все, чтобы наесться. Так, и опохмелиться. Это, я так понимаю, нам там придется не одну стрелку переводить. Блин, вот каждый раз, заходя в эту игру, реально нужно все время привыкать. Ну, особенно после долгого перерыва. Потому что, ну, тут же столько всяких этих схем. Вспоминать что, куда, зачем. Очень, конечно же, тяжело. Так, что у нас по скорости? 23, окей. Так, стрелка 1, стрелка 2, стрелка 3. То есть я сейчас заезжаю и должен буду перевести 3 стрелки аж. Чтобы подъехать к вагонам. Ну, я не знаю, как лучше сделать. Подожди, а зачем мне... Та-то стрелка мне зачем? Что-то я не понял. Так, давай, ладно, тормозить, стой. Сейчас разберемся по ходу. Просто подожди, зачем мне заезжать вот за ту стрелку? У меня вагоны где стоят? Вон там. А нафига мне тогда вот эта стрелка нужна? Просто я как-то не особо понимаю. Ну ладно. Но вообще, по сути, стрелка эта должна сама перевестись, когда я, собственно, с вагонами поеду. Так, давай на тормозах оставим. Можно не на максимум. Так, да, все, бежим стрелку переводить. Бежим переводить стрелку. Так, да, все хватает. Смотри, реально, уже научился рассчитывать расстояние. Ну, это, конечно, не может не радовать. Так, а я могу? А, ну путь занят. Но, в принципе, видите, я могу, типа, по сути, все ручные стрелки я могу переводить. Не только те, которые мне вот подсвечиваются. Это хорошо. Так, ну как же он долго бежит? Вот реально. Или, может, надо было проехать на электровозе?
Да не, в принципе, не так уж и далеко. Вот мы уже прибежали, в общем-то. Так что, в принципе, и нечего и волноваться. Так. Все, смотри, под вагоны, путь готов. Теперь мы аккуратненько, на скорости, наверное, 20 км/ч, потом потихонечку снижая. Сдаем назад. К вагонам подъезжаем 5-7 км/ч. И все будет супер. Все будет супер. Я, кстати, еще думаю, знаете о чем? Не, ну понятно, что не знаете, просто я сейчас сформулирую. Просто, ну, реально ли в Новосибирске, откуда я еду, ну и вот на этом маршруте ручные стрелки. Ну, то есть, ну хотя да, это же игра типа 1980 года. Ну, в смысле, я имею в виду, что в ней представлен 1980 год. Игра-то новая. Ой-о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 й. Подожди. Надо реверс же. Реверс поставить. Так, все, теперь поехали. Вот говорю, надо вспоминать, потому что реально столько всяких схем. Пока вспомнишь, так, понял. Так, семерочка. До 20 спокойненько разгоняемся. Ну или там до 15. Как пойдет, посмотрим. Вот где вот торговец? Ну он наверное, будет в Тосино, да? А, смотри, стрелка убралась. То есть, видишь, она подавно типа перевелась и все. Так, нам недалеко ехать-то. Ехать-то, кстати, недалеко. Поэтому сильно разгоняться, в общем-то, не надо, сколько я там еду. 20, понял. Это уже быстровато на самом деле. Немножечко притормозим, чуть-чуть. Буквально. Я могу, кстати, тут же смотреть. А где вагоны? Подожди. А почему у меня вагоны не показываются? Так, давай немножечко сделаем поддержание скорости. Так, понял. На четверочку, да? На троечку. Кто там, что там говорит, я не понял. Где ты? Кто там выпендривается? А, ты выпендриваешься. Так, ладно, давай его немножко вот так вот. Привет, отошлем. Так, как там тормозить-то? Так, а, не, вагоны, подожди, показываются. Так, во-во-во, все. Просто они красным же были. Красный значок должен быть, по сути. А тут белый, поэтому меня это ввело в заблуждение. Так, давай, на очень маленькой. Ой-ой-ой, я остановился. Аккуратно. Останавливаться не надо, подожди. 125 метров, что-то как-то не доехал. Так, ну в принципе, давай вот еще чуть подождем. Во, вот так все, стоп. И аккуратно подкатываемся к вагонам. Все, прицепились. Отцепите вагоны на станции Тосино на боковом железнодорожном пути. Максимальное время перевозки. 1 час. Так, все, окей, 15 километров до Тосино, в принципе, вообще без проблем. Поэтому давайте один длинный... И погнали. Так. Восьмерочку давай. Так, все на восьмерочке. Так, зеленый горит, все хорошо. На восьмерочке сейчас аккуратненько с вагонами разговариваем. Тихо, родная. Родная, все хорошо. Все хорошо. Так. Просто да, я же забыл, что там уже метраж пишется от меня до вагонов. Поэтому вот за сколько получается. Где-то за 90 метров, да, он прицепляется, по-моему. Или за 100. Сейчас прицепился. Ну, просто, условно говоря, локомотив длиной 100 метров. Поэтому, если я встаю в начале, то, соответственно, когда будет 100 метров, то мы уже прицепляемся. Вот.
Так. Свалка. Смотри, куда идешь. Ты чё куда идешь? Я не идешь, я едешь. Родной. Да. Ну, NPC, конечно, тут. Не, ну как? Я в переселке тогда в ночном клубе. Я там этот вообще офигел. Перестрелки совершать. Конечно, там NPC типа стояли, ждали меня, пока я подойду, и в меня стреляли тупо. Но все равно, типа, если бы они бегали, как будто бы было бы легче. Потому что, типа, ты укрылся, вот к тебе бежит кто-нибудь такой, пам! Следующий бежит, пам! А так ты бегал и не знал, кто где. Поэтому получались случайные поражения. Ну смотри, у нас все задачи по порядку идут. То есть получается у нас следующей задачей на игру убийство торговца алкоголем и уничтожение бутылок. Вот, кстати, я еще не помню, зачем типа это все. Зачем мне это делать? Ну, типа, понятно, чтобы получить деньги, ну, это в игровом смысле, а в плане вот этой мафии же тут еще. Я же на мафию работаю. Вот. Поэтому вот такой вот, конечно, интересный вопрос получается. Или мы там, подожди, мы типа как-то нарушаем торговлю, что ли, алкоголем? Вон, кстати, с алкоголем-то было там. Ну, в общем, ладно. Тем более, одна рукоятка, в принципе, она много места не занимает, поэтому, я думаю, вполне спокойно, вполне все хорошо у нас будет. Так. Не, ну, сибирские красоты. Это, конечно, что-то с чем-то, даже по игре понятно. Хотя, ну, вот я говорю, тут графика, типа, ну, реально, ну, просто реалистичный симулятор. Ну, не могу ничего сказать. Не, там, не гиперреалистичный, да, просто обычный симулятор. Ну, опять-таки, смотри, отражение, солнце, смена дня и ночи тут есть она. Вот. Они все игры могут таким похвастаться, поэтому вот так вот. Деревья какие-то одинокие стоят. Ух ты. Лось. Лоси. Точнее будет сказать, да? Давай мы посигналим. Не знаю, мне кажется, в реальной жизни, кстати, они бы сейчас испугались, типа, и убежали бы в лес. Ну, хз, кстати. Не проверял. Поэтому не знаю, не могу сказать. Так, а что я плетусь-то? Я не знаю, как кто. Что-то разговариваю. Так, вам надо в 11 вернуть. Чтобы нам до 40 разогнаться. Ну, мы типа сейчас не снижаем 40, а поднимаем до 40. Скорость. Ой, тут же еще эти опасные участки есть. Я вообще забыл. Ну, 2 недели, конечно. 2 недели не играл. Тут ты не такое забудешь. Реально, иногда просто себе думаю, что я просто не помню, что было вчера. Представляете? То есть, что было вчера, я не помню. Что говорить про 2 недели-то вообще? Ну, это просто такая память, наверное, у меня. Ну, не то чтобы особенная, просто такое свойство памяти, реально. То есть, я могу что-то вспомнить, но мне для этого нужен какой-то толчок. Какое-то воспоминание. Вот так вот. Привет. Платформа везет и эти хопперы, да, это, по-моему? Ну да, это хопперы. Дозаторы. Так, сейчас нам будет разрешено, когда разгоняться, будем разгоняться. На 12-13 положение ставим и едем. Вообще до 60 написано же. Типа, потому что зеленый, но из-за опасного участка у нас до 40 ограничения. Конец, кстати, смотри. То есть, по сути, можно разгоняться, верно? Можно? Что-то тут как-то долго все происходит. Мы знак уже давно проехали. Ой-ой-ой-ой-ой, какие-то фрезы пошли. Прям лаги. Значит, что... Ну, вообще, значит, что карта просто прогружается перед нами, и все.
давай 13, я думаю, до 60 мы так спокойно разгонимся. Сейчас посмотрим за, так сказать, скоростью разгона. До скольки я смогу разогнаться? Тасина, Тасина. Интересное название тут. Тасина. А, все. Домик лесничего еще есть. Но домик лесничего, подожди, это нам, чтобы мясо продать, верно? Волчья шкура. Да, 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 давай, короче, через километр. Стой, 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 стой. Давай реально через километр остановимся. А, где там? 1-1. В смысле 30. Домик лесничего. А он где-то здесь должен быть. А, во, во, вот он, вот он, вот он, вот он. Тихо. Тормози. Так, не, протормозит-то он быстро. Я что-то как-то этот. Раньше времени-то тормозить тоже не нужно. Потому что мне под... Ух ты, медведь! Это медведь! Опасно. Но если будет приставать, придется как бы завалить. Так я вроде от него уехал, и вроде ничего плохого не должно быть. Так, давай немножко скорость поддержим. Так, поддержим, а не ускоримся. Ну вот так, на восьмерочке, девяточке. Поезд там снова едет. Коллега по работе. Ну как коллега? Ну вообще да, как машинист коллега. А так-то так-то на мафию он вряд ли работает. На мафию я тут только один тружусь. Привет, привет. Так, он уже тут с каким-то углем, да, идет? Или что это? Или гравий? Непонятно. А ну и три хоппера сзади. Вообще интересно, да, что тут вагоны, они как-то рандом, в рандомном порядке собираются. Это, конечно, не может не радовать. Я, кстати, немножко проеду сейчас. Специально, кстати, решил мимо проехать. Не, не проеду, все нормально. Не проеду, все хорошо. Ровненько, смотри, сейчас остановлюсь просто ровно напротив. Ой, там лоси. Ну ладно, они не злые. Лоси не злые. Они добрые. Ну, если, конечно, по ним не стрелять. Так, я думаю, это можно зажимать. Соответственно, сигнал об остановке. Так, вот только приготовились к опусканию токоприемников, меня немножко напрягает. Ну, что поделаешь. Тут уж ничего не попишешь, что есть, то есть. Так, закрываем. Так, а Мишка там, медведь, где? А, вон там вдалеке. Все, супер. А, кстати, нас у лесничего никто не встретит. Ну, а прикинь, сейчас просто к лесничему заходим, там медведь выбегает. Это, конечно, вообще неприятно будет. Понял. Услышал, брат, я тебя услышал. Так, токарев ТТ. Да, или подожди, или автомат. Калашников. А у меня же какой-то пустой калашников есть, нет? Понял. Патронов нет. А, меня съедят сейчас. А у меня сохранений-то нету. Фух, успел. Успел. Бля, я только про медведя сказал же, да? Реально, вот только-только про медведя сказал. Так, ладно, подожди, сейчас я немножко в афиге нахожусь, просто как я успел вообще. Так, ножик. Ножик, где ножик? Вот. Ну сразу просто, тогда уж. Тут больше нет медведей? Вот там кто-то ходит еще. Ой. Так,
Давай. Ух ты, нифига. Разлетелось миско. Освежевал называется. Так. Так. Так, так, так. А я так понимаю, мясо медведя, типа, и лося, они никак как бы... Кстати, знаете, у меня идея пришла. Сохраниться. Ну, так просто. Сохранение 2, перезаписать. Да. Все, потому что, когда последнее сохранение автоматическое было, я не знаю, мне так будет спокойнее. Когда я свои сохранения делать буду. Так. Блин, как я сейчас успел, я просто реально в шоке. Так, все вроде? Нет, подожди. Еще вот. Так, все, пойдем к лесничему, все это продавать. Так, давай лучше в дом зайдем. Там нас точно никто не должен убить. О, привет. У тебя есть трофей на продажу? Конечно, есть. Ща, подожди. Значит, давай, медвежья шкура. Потом медвежья шкура. И мясо. Мясо одно. Мяса больше нету, да? Да, мяса больше нету. Все, все, это значит, оно в одно собирается. Все, окей. Давай, значит, вот это. А сколько, за сколько продал? За 40. Нормально. Подожди. А, я же поштучно, что ли? А я не могу сразу все продать. Просто нафига мне мясо-то? Оно по доллару стоит. Типа реально уж доллар важнее будет. Так. Оно, я не знаю, оно почему-то переключает на руку потом после продажи. Сейчас нормально. Оп, 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 оп. Не, это уже нельзя продавать. И вот так. О, все. Супер. Так, у меня 1313 на счету. А тут ничего нельзя у него покушать взять. О, халява. Петрушка. Ну какая-то петрушка. Опа. Холодильник. Не, он слишком нагло уже. Братик, спасибо. Так, побежали к электровозу. Краски тут по дорожке. Единственное, только тут, знаете, сугробы как-то они... Ну, то есть тут снег лег, и он как-то плоско лежит. Ну, то есть... Ну, нет ощущения, что реально это сугробы какие-то. Просто сейчас видели, мы на дорожке были, асфальтовая дорожка там. Блин, ну опять родную сорвал. Ну, что ж такое-то? Вот. И там... Оно в один уровень со снегом. Поэтому вот это, конечно... Ну, это уже так, знаете, реально докапываюсь. Реально докапываюсь. Потому что так-то про игру реально только хорошее могу сказать. Что же игла... Игла. Угу. Стоги сена. Игра офигенская. Так, тихо. Приготовьтесь к опусканию токоприемников. Подожди, разогнать сначала надо. Убийство торговца алкоголем и уничтожение бутылок. Вот в Тасино, наверное, это и будет. В Тасино мы этим и займемся. Так, ну разгоняйся давай. Так, девяточка. Ставим, разгоняемся. Фух, не, так реально спокойней. Я не знаю, просто до сих пор отхожу от того, как я с медведем-то успел. Просто беру один калашников, без патронов, второй беру, прицелюсь, и в последний момент просто бах-бах. И все, и нет медведя. И медведя нету. Медведя такого нехорошего, напавшего на меня. Так. Ну, по сути, можно было их убить, да, типа продать, но зачем? Типа 1313 для этой игры, мне кажется, вполне нормально. Вот там, кстати, стоит. Блин, ну мне нельзя останавливаться, братик. Братик, уйди. Мне нельзя останавливаться.
Ну все, ГГ, пацану. Подожди. Да, реально, прикинь, сбил. А что я сделаю? Я не могу остановиться. Я остановиться не могу. Тут я сейчас остановлюсь, все, я потом не тронусь. Потому что я с опущенным тахоприемником должен ехать буду скоро уже. Ну ладно. Бывает, друзья. Бывает. Ну что поделаешь. Машинисты люди такие. Что-то происходит. Ёп! Тахоприемники опустить надо. Да? Я испугался. Я пипец испугался. Фух. Я надеюсь, все в порядке. Блин. Заработает? Так, надо перезапустить, это я помню. Фух, друзья, я испугался, это просто очень неожиданно было. Просто обычно оно пишет, типа... А, там же... Блин, я пропустил. Там, короче, поняли, там приготовьтесь к опусканию токоприемников. И опустить токоприемники, там просто слово одно убирается, а знак не меняется. Работает? Не работает. Блин, у меня просто все перегорело сейчас, да? Подожди, а что мне делать-то? В такой ситуации? В такой ситуевине? Что мне делать? Я так понимаю, у меня локомотиву хана, я правильно понимаю? Ты прикинь? У меня сгорело два нагревателя, но нагреватели у меня есть. Спидометр. Потом что? Вот этот у меня сломался. Это пипец. Блин, друзья, вот почему надо быть в этой игре внимательным, да, собственно? Вот как раз поэтому. И, кстати, у меня тут еще красненький. 4% надо будет тоже поменять. И лампочки у меня еще перегорели. А, я же их так и не купил тогда. Ну, точно. Вспомнил. Так что разгон, по-моему, идет. Просто... Ну, скоростимер, кстати, подожди. У меня скоростимер запасной же есть, нет? Да-да-да, у меня есть запасной скоростимер. Выключите электричество? А где это? Да ёп... 15. Питание включено, выключено. Выключил. Так, попутно давай заниматься ремонтом. Так. Так, тенс, добавить в инвентарь. Потом 100%-ный, оп. Прям ремонт на ходу, друзья. А чё нет? О! Все работает. Тихо. А, надо, наверное, руку взять. Фух, смотри, с этим разобрались. Всё, со скоростью все в порядке теперь. Нагреватели запасные у меня есть. Блин, обидно, конечно, что я сжёг просто так. Ну да ладно. Ничего не попишешь. Ну сейчас встать, отремонтируемся, друзья. Все нормально будет. Реально. И в ангар там заедем. Все, с этими нейтральными ставками, друзья, все, реально, я буду максимально внимателен. И еще надо эту штуку будет покупать, потому что там, ну, типа, из-за перенапряжения, поняли, типа, перегорело все нафиг. Блин, это я теперь, кстати, сигналы не знаю. Так, включить электричество. Так, это перезапускаем.
все окей. Ой, не то. Ну, в общем, все равно. Электричкам привет. Так, хотя бы скорость теперь свою знаю. Окей. Значит, давай, идем сейчас, так сказать, на ощупь. Красный будет, просто тут экстремальный, тут максимальный. Если что, просто выпрыгиваем. Потому что делать нечего. Не, просто понимаете, никто же как бы меня не предупреждал. Типа, что может быть, если не опустить? Теперь знаем зато, друзья. Теперь зато знаем, что будет. Так, то есть надо купить эту, две лампочки, нагреватели запасные. Вот эти штуки, которые... Вот эти вот, там красненькая была, они вот у меня стопроцентные, у меня их дофига. О них вообще могу не морочиться пока что. Вот, если что, поменяем просто. Это... А, это камни, нормально. Так, 39 минут у меня остается и 8,4 километра до Тасина. Так, подожди, до 11, по-моему, да? Нет, до 13. 60 километров до 13, по-моему. Так. Темнее, да, кстати, по-моему? По-моему, темнее, да. Но я думаю, что мы, типа, к ночи приедем. Там отремонтируемся и, наверное, будем на этом уже заканчивать, друзья. Потому что серия уже и так, наверное, около 30 минут идет. Ну, там плюс-минус. Вот опять-таки, да? Две недели не поиграл, и сразу проблема, сразу. А почему? Потому что невнимательный. И потому что давно не играл. Ну, подожди, у меня запасного уже нету, да? Светофора локомотивного. Нету. Нету. Фух, ну хоть скоростимер есть, был, и на том спасибо. Потому что без скоростимера, конечно, сейчас было бы тяжело. Магазин. Да в магазине ничего не надо, спасибо. В магазине ничего не нужно. В принципе, да, потому что жажда только вот растет. Можно молочка попить, пока едем. А чё нет? Так, нормально, вкусненькое молочко. Вкусненькое. Капустку можно тоже съесть. Так, навстречу нам кто едет? Электричка там, да, какая-то? Вот за трафик отдельный респект разработчикам, реально. Что трафик реально есть, достаточно часто. А, это тут какой-то опять этот... Деревенька, деревушка. Так, не то. О, отвечает. Привет, там машинист есть? Не увидел. Вот я не знаю, вот иногда люди ругаются, иногда не ругаются. Ну смотри, тут у нас никто не показан, как торговец бутылок алкоголем. Вот, поэтому, как бы, я думаю, можно проезжать спокойно. Так, на всякий случай, давай сохранюсь еще раз. Сохранение 2, перезаписать. Да. Все, супер. Возобновить. Так. 6,5 километров осталось. Что-то как-то очень долго, я не знаю. Хотя... А, так мы едем медленно. Охлаждение двигателя, высокая скорость выключена. Типа на высокой скорости не нужно охлаждать? Интересно. Подожди, а против... Да что ж такое? Только разгоняться начал, уже снижать до 40. Так, ну давай притормозим. Так, зеленый, все нормально. Так, тормозим, тормозим аккуратненько. Не быстро. Быстро тут нельзя. Там сейчас будет опять начало это нейтральной вставки.
Ну, 49, ну 40, нормально, едем. Здорово! Блин, что-то лагает еще, ужас. Опасный участок, типа, кривая. Но я не знаю, в кривую обычно заходят на стандартной скорости. Ну, типа, кривая не такая опасная, в принципе. Так, это конец опасного участка. Да-да-да, все окей. Все окей. Ну, я так понимаю, да, у нас задание с торговцем в Тасино. Вот так вот. Только единственное, насколько я помню, по про... А, все, испугался. Ну, кто-то на рельсах лежит. По прологу, насколько я помню, там я, если в одного торговца стреляю, в меня другие начнут стрелять. Это вообще не прикольно, это вообще не круто. Но что поделаешь? Что есть, то есть. Что есть, то есть. Так. Пока что едем. Пока что едем у нас. Ну, не все в порядке, конечно. Но это все ремонтируется, все будет хорошо. В принципе. В принципе. Вот. Так, а это что там? Это едет. Электричка, по-моему. Или грузовой. Не, электричка, электричка. Просто такая кривая интересная. Загибается потом и налево уходит. Привет. Привет, привет. Работникам железной дороги. Так, все, тормози. Так. Тут можно на 2 поставить. До 40 опять сбрасываем. Так, я думаю, все нормально, можно уже обратно на 11 ставить. Так, тихо, 11. О, 40 ровно! Не, ребят, вот реально профессионал. Реально Коля профессионал. Ну, блин, 39,9, но это уже... Это из-за подъема, потому что мы немножко в горочку поехали. На это я, друзья, тут рельефа не знаю, поэтому, ну, извините уж. Уж извините, рельефа не знаю, поэтому... Поэтому так получилось. Блин, хорошо реально, что у меня запасной спидометр оказался. Ну, скоростимер, прошу прощения. Потому что, ну, это просто, я бы не знаю. Ну, 3 километра осталось, друзья. В принципе, приехали уже. Сейчас будем делать грязные делишки. Главное, потом будет быстро свалить. Но это уже, друзья, в следующей серии. А в этой серии пока что нужно еще доехать. 3 километра ровно осталось. Так, ну можно там... О, все, спасибо, спасибо. Так, до 15, по-моему, да? По-моему, да. Так, зеленый, все. Мне же надо же еще за сигналами следить. Хотя, кстати, ни разу вроде такого не было, да, что у нас, ну, как сказать, ну, типа, не было красного вот в, на перегоне. У нас красный был только когда мы вагоны прицепляли и потом, типа, ждали, да, пока нам можно будет отправиться. Вот я не знаю, вот летом, кстати, в Сибири реально так жарко, что прям вот вентиляторы стоят, и они прям помогают. Ну, не то, что мне не верится, просто мне интересно. Зона отцепления вагонов. А чё оно так близко? Там, кстати, скорее всего, сейчас еще стрелка появится. Так-то. Поэтому, я думаю, можно рукоятку убирать. Стрелка 900 метров. Потихонечку начнем притормаживать, друзья. Потихонечку. Здорово! Блин, не ответил, смотри. Проигнорировал. О,
поздно как-то. Запозднился, малеха. Мы сейчас еще с горки. Не, давай. Ой-ой-ой, за текстуру не надо. Надо посильнее тормозить. Тихо-тихо. Ну что такое-то? Так, ладно, давай, подожди, скатимся аккуратненько. Боже, мне кажется, тут вообще склон, нет? А он что-то не тормозит. Ну, они, смотри, вон они... Или побежали, подожди. Не, не побежали. Я уж обрадовался. Так, немножечко просто поднабрать. Ну, просто очень долго ехать, реально, тоже это не кайф. Вообще не кайф. Торможение 1 давай поставлю. Все, в зоне видимости у меня. Тише, 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 тише. Три коротких. За 8 метров до стрелки остановился, друзья. Так, я оставлю, наверное, на этой штуке. Так, тут быстро, поэтому я... Тут дверь можно не закрывать, в принципе. Все, да, и перевести можно. Не, ну, друзья, это ли не идеально, реально? Это ли не идеально просто? Спустился, перевел, зашел обратно. Даже бежать не надо. Так, тихо, спокойно. Так. Все, давай, аккуратненько. Что такое? А, типа пере это? Перенапряг? Похоже, перенапряг. Так, все, девяточка. На девяточке нормально. Привет. Все время путаю эти свисток и гудок. А потому что 2 недели не играл, друзья. Блин, ну, как же они поздно отвечают, реально. Прямо очень как-то поздно. А, это... Понял. То есть вагоны нужно в кривую оставить, а у нас, типа, зона, она прямая. По умолчанию. Ну, ладно. Ну, мелочь, это реально мелочь. Так. Значит, что мы сейчас делаем? Понятно, останавливаемся, отцепляем вагоны. Потом в магазин. Да не надо, что у нас? Брокколи, петрушка, редька, а хлеб? Хлеб, вот, кстати, есть булочка, да, буханочка, вот это вот. Пшеничный хлеб. Нормально. Проживем, я думаю. Тут, в принципе, нет смысла разгоняться. Можно так на девяточке ехать. Это зона отцепления, это до середины же, да, она показывает? Ну да. Поэтому, в принципе, можно вот где-то на середине отпускать. И сейчас аккуратненько притормаживать. Очень аккуратненько притормаживать. Лезли там? Да вполне, да, все, тормозим. Тормозим! Ну ладно, сейчас вообще не идеально остановился, согласен. Я же правильно понимаю, что нам главное вагоны оставить в красной зоне, верно? Так, все, это на тормозе стоит, да? Так, не на максимальном. Вот так понадежнее будет. Так.
Ну, не знаю, двери закрывать как бы привычка, реально. Так, давай, значит, отцеплять. Сотку получили. Найс, хорошо. Сейчас пустые. Кубова готовы к отправке. Они стоят на Кубова. Станции на боковом пути. На станции Ояж? Так. Ну что, друзья, я думаю, на этом можно заканчивать эту серию. Так что давайте, наверное, даже выйду. Чтобы, так сказать, по-стандартному закончить. Вот. Ну, в общем, друзья, вот такая получилась серия. Если понравилось, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. В следующей серии, соответственно, я буду полностью ремонтироваться, выполнять задания. Вот про бутылки торговца алкоголем и, собственно, про станцию Ояж. Поэтому, друзья, подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.